Сегодня мир российского шоу-бизнеса охвачен горем. Трагически скончалась легенда советского кино, непревзойденная актриса и любимица многих поколений. Заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Тома ушла из жизни на 76-м году в своей несравненной жизни. Ее имя стало символом мастерства и таланта. Светлана Тома была не только заслуженной артисткой России, но и народной артисткой Молдовы. Ее искусство поражало и трогало сердца миллионов зрителей. Она сыграла множество незабвенных ролей, но навсегда в памяти останется ее яркая игра в фильме «Табор уходит в небо», который завоевал восхищение и популярность в 112 странах. Светлана Тома оставила свой непередаваемый след в истории кинематографа. Ее талант и харизма превращали каждую роль в настоящее произведение искусства. Однако, когда звучит ее имя, в памяти каждого зрителя воскресает образ молодой цыганки по имени Рада, гордой, страстной и живой. Светлану Тому нельзя уместить в одной роли. Ее многогранность и творческий дар позволили ей создать множество неповторимых образов. Но навсегда в наших сердцах останется память о темпераментной цыганке Раде из экранизации рассказов Максима Горького. С режиссером фильма Эмилем Латяну их связывали не только профессиональные, но и искренние личные отношения.